эфире информационного канала Севастополя программа «В контексте». Морские водоросли считаются одним из самых ценных продуктов, который содержит целый комплекс витаминов и полезных минеральных веществ. О пользе ламинарии нам расскажет диетолог и косметолог Алена Ткаченко. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Водоросли ламинария или морская капуста – это древнейшее лечебное растение. Алена, расскажите про его полезные свойства. Сегодня хочу поделиться с свойствами ламинарии. На сегодняшний день этот продукт является уникальным, так как он содержит 28 микро- и макроэлементов, 8 незаменимых аминокислот. Также содержится практически вся таблица Менделеева, это и магний, и кобальт, железо, цинк, и является 100% усвоение ламинария, то есть это бурые морские водоросли. Какие виды? Ну, вообще, на самом деле, их очень много, то есть есть наши крымские, да, ламинарии, то есть это из Черного моря, также очень вообще эффективные это ламинарии из Белого моря, потому что это море более холодное, и там разновидность более 100 вообще ламинарий есть, потому что в Белом море они идут более крупные. Скажите, сколько нужно кушать человеку, чтобы быть здоровым? Ну, вообще достаточно в день, каждый день употреблять 100-200 грамм ламинарии. То есть это может быть и морская капуста, а также ламинарии есть в различном в сухом виде. Есть ламинарии, которые, вот я хотела бы остановиться, разработал наш ученый. Это профессор Корзун, то есть в чем уникальность этих разработок, то, что вскрыта именно клетка ламинария и клеточное содержимое, потому что если взять морскую капусту, то есть клетку ламинария очень тяжело вскрыть, и идет усвоение где-то на 10-15%, и когда мы работаем уже с клеточным содержимым ламинарием, то есть там идет усвоение до 98%. Вот когда кушаешь морскую капусту, расскажите про особенности приготовления. Вообще очень хорошие есть множество рецептов. Я бы советовала нашим телезрителям принимать морские водоросли ламинарии, либо нашу морскую капусту, да, с добавлением меда и грецким орехом, потому что мед, он питает нервную систему, и орехи, они очень хорошо еще также влияют на умственную и физическую активность человека. И вот в комплексе, то есть такой как миксовый салат, то есть он очень хорошо будет полезно и питательно вообще для взрослого и для ребенка. Морскую капусту, я слышала, запрещают кушать женщинам беременным. А почему? Есть противопоказания? Ну, здесь бы я вообще как диетолог и медицинский работник бы ответила по-другому, что на сегодняшний день вообще по медицинской статистике 80% беременных мамочек страдают йододефицитом. То есть и вследствие этого, когда ребенок в утробе с 12 по 24 неделю беременности не получает йод, он страдает такими заболеваниями, как связанное с иммунной системой, также это дети, которые нарушения с памяти, то есть на сегодняшний день у нас уже меньше стало рождаться вообще здоровых деток и детей, которые именно гении, то есть вот интеллект нарушил, ну, детей. То есть я бы наоборот сказала, что ее нужно есть ламинарию беременным мамочкам, особенно вот в этот триместр с 12 по 24 недели беременности. Также ламинария может помочь в вопросе лишнего веса. Расскажите об этом. Да, то есть здесь хорошо вообще использовать вовнутрь ламинарию, и также вообще очень хорошие результаты по таласотерапии, то есть это водорослевое обертывание в комплексе, то есть мы принимаем вовнутрь, да, утром 100-200 грамм ламинария, также вечером 100-200 грамм ламинария за полчаса до еды, и делаем таласотерапию обертывания. То есть результаты потрясающие вообще после одной процедуры обертывания, если это проблемные места, да, то есть зона там живота, ягодиц, ножки, уходит от 3 сантиметров. Если, опять же, мы сделаем это, допустим, в сауне, в баньке, после того, как распарим наше тело, то есть там до 5 сантиметров. И вот сейчас как раз в летний сезон, то есть вот очень рекомендую всем делать вот эти именно обертывания из ламинарии.
Есть много целебных растений. Почему вы, как диетолог, выбираете именно ламинарию? Ну, потому что ламинария, она, как и мы, да, с вами, произошли в воде, все это зародилось, то есть и также организм наш, и она, конечно, очень свойственна нашему организму, и опять же, вот из-за усвоения. То есть на сегодняшний день, ну, можно много говорить про наше питание, тем, что мы питаемся, то есть это вообще, как правило, значит, пища, вот я всегда так говорю, да, для толстолобиков, то есть это макароны, хлебобулочные изделия, либо модифицированные там соевые, да, колбасы, изделия. Ну а здесь опять же все мы выбираем для нашего организма натуральное, то есть вот все эти микро-макроэлементы, которые необходимы, конечно, для нашего организма. И также очень большой плюс, что вообще солевой раствор ламинарий, он идентичен плазме человеческой крови, то есть, ну опять же, все как нашему организму, все натуральное. А какие наиболее удивительные результаты из вашей практики вам запомнились? Есть, значит, результаты вот по похудению, по снижению веса, то есть по сантиметрам, да, в объемах. А также очень хорошие результаты есть по сердечно-сосудистым заболеваниям и великолепные результаты по сахарному диабету. То есть это есть даже медицинские анализы, то есть люди там принимали, да, ламинарий в течение 3 месяцев и очень хорошо работает на снижение сахарного диабета и в опорно-двигательном аппарате. То есть это артриты, артрозы, вот все вот эти заболевания, которые связаны с суставами. Неужели такое целебное растение и нет противопоказаний совсем никаких? Ну, вообще, вот противопоказаний страдает всего лишь 1% людей со всего земного шара, то есть это именно у которых идет аллергия на сам ламинарий, то есть на сами морские бурые водоросли, да, а, то есть, опять же, если там на пыль идет 15%, на апельсины там 10% у людей, то есть, как бы, люди это не замечают, да, а то, что касается натурального продукта, то есть я бы сказала, что он очень хорошо полезен и подходит для каждого человека, то есть, опять же, если вернуться к беременным, очень хорошо для улучшения лактации молока для мамочек. То есть, в принципе, его можно давать вообще детям с введения первого прикорма, то есть уже с 6 месяцев. Время нашей программы закончилось. Я благодарю за рекомендации и ценные советы. Спасибо большое. О пользе ламинарии рассказала Алена Ткаченко. Это была программа «В контексте». Впереди еще много интересного. Не переключайте.